В Министерстве спорта России обсудили, как в регионах реализуется федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта, а также вопросы финансирования строительства спортивных объектов. В республике за последние годы реконструировано более 50 объектов, вложено около 3 миллиардов рублей. На сегодня строится и реконструируется 15 спортсооружений. Самые крупные из них – Ледовый дворец на 7500 посадочных мест и региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту маунтинбайку в Чебоксарах. На 2014 год запланировано начало строительства еще одного крупного спортивного объекта. В следующем году в Чебоксарах начнут строить региональный центр олимпийской подготовки по биатлону. Месторасположение – центр развития зимних видов спорта. Некоторые здания спортивной школы обновят. Достроят гостиницу на третьем этаже на 100 мест. Планируется строительство трибуны на биатлонном стрельбище на 500 человек, а само стрельбище на 30 установок. Будет построена и лыжероллерная освещенная трасса протяженностью на 4 километра. На территории нашей спортивной школы будет спортивный зал многофункциональный размером на 18 на 36. Там будут заниматься и велогонщики, и конькобежцы. Будет 1,5 гектара земли, почти 1,5 гектара земли перед административным зданием биатлонного комплекса. Лет 30 уже ждут этого центра. Также в городе появится еще 3 спортивных комплекса, новые футбольные поля и 10 школьных стадионов.